Почему вы берете силой то, что не можете взять любовью? Силой нам кажется, что это легче, что это ближе, что это одно действие. А любовь, я должен воевать против себя, а не против другого. Я должен это проявить. Я должен убедиться в том, что другой почувствовал мое отношение к нему как верное. И чтобы я уже почувствовал от него определенный ответ. Вот тогда можно сказать, что я преуспел в своем исправлении. Внешне я должен показать вот эту вот любовь и вот это усилие, которое делаю над собой, чтобы любить человека, которого я не люблю. Я должен это показать? Я обязан это проявлять, пока я не вызову такую же реакцию со стороны человека к себе. То есть я должен почувствовать вот это вот, да, дыхание, да, обоюдное? Да. Так любовь между нами? Конечно. Что? Без этого считается, что ты не проявил любовь. Сколько? Не выразил, что ты, в свою очередь, не достиг любви. Это происходит только, когда я превозмогаю себя, да? Да. А просто вот естественно так вот, вот так вот любить, вот так вот, знаете, нет такого. Это не любовь, да? Нет. Это все только философия.